Вы смотрите прогноз погоды на Первом независимом. Здравствуйте! 5 сентября считается Днем благотворительности. Цель дня – привлечение внимания общественности к деятельности благотворительных организаций, преодоление нищеты и острых гуманитарных проблем. В этот день в Чите нас ожидает переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный – 4 метра в секунду. Ночью температура воздуха составит до 9 градусов тепла, днем воздух прогреется до 18 градусов. Хорошего всем дня и до встречи в эфире! Что? Мегахенд дарит одежду? Да, Мегахенд дарит одежду. При покупке на 1000 рублей вы получаете две вещи в подарок. Торопитесь, улица Бабушкина, дом 159, ТЦ Европейский, второй этаж.